СТС Лав представляет. Говорят, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. В нашем шоу «Сердца за любовь» все по-другому. На 5 девчонок сотни парней. И у каждой есть 1000 баллов сердец, на которые она может выбрать себе лучшего спутника. Парни сами назначают себе цену. Я оценил себя в 500 баллов. Как мелочевку не хочу себя оценивать, потому что это номер моей квартиры. В родном городе, пожалуй, можно только мороженое купить. Но есть подвох. Девушки делают ставки вслепую, не видя парней и зная о них лишь то, что они указали о себе в анкете. Я посмотрю! Я всегда играю. Мне кажется, не то ориентации. Если он умеет жарить картошку, значит, он умеет еще что-то жарить. После ставок девушек у парня будет 30 секунд, чтобы произвести впечатление. Вот она я. Горячий мужчина. Ну, нормально, давай, вот, давай, ну кулак. Раз, хоть сексом ты умеешь заниматься? Своя. От него зависит, будут ли за него бороться. Так, я сейчас не поняла! Или сольют. Я девственник. Спасибо. Пока. Нет. Давай, пока, иди пока. Уже. Если парень не понравится, девушки могут отказаться от него. Я не смогу быть с мужчиной, у которого грудь больше, чем я. Пас. Желаю удачи. Красненькая. Но их первоначальная ставка все равно сгорает. Все сердечки также сгорят, если девушка пошла ва-банк. А вас ждут фуфло. Фуфло. Счастливо. Сама ты фуфло. Если несколько девушек пошли ва-банк, то тогда уже парень будет решать, с кем он отправится на свидание. Сделай правильный выбор. Выбери меня. Прямо сейчас 5 девушек вступают в борьбу. Весело. Знакомьтесь с сегодняшними участницами шоу. Ульяна, 18 лет, недоступная и скромная. Она мечтает стать художником и встретить парня, похожего на Яна Гордиенко. Алена, 18 лет. Ее необычная красота способна остановить мгновение. Считает, что главное в парне – красивые глаза. Тому, кто ей понравится, девушка готова написать стих. Эльвира, 30 лет. Царственная львица. Владела собственным бизнесом, но сейчас отдыхает. Любит путешествовать. Считает, что красота в мужчине не главное. Главное – рост и надежность. Анастасия, 30 лет. Уверена в себе и в завтрашнем дне. Убеждена, что сегодня уйдет с проекта не одна, а с умопомрачительным красавчиком. Ольга, 23 года. В ней сошлись лед и пламень. За видимым спокойствием прячется буря эмоций. Любит петь и кататься на лонгборде. Мечтает встретить высокого, немного умного мужчину. Девочки, привет. Привет. Давайте смотреть мальчиков. Я предлагаю 500. Нет, для первого раза зачем? Давайте 300. За 300. Мы только пришли. Конечно. Давайте начнем с 300. На кого-то раскошеливаться. Зато 500. Там должны быть самые лучшие. Самые зазнавшиеся. Нет, это блеф. Это блеф, я чувствую. Девочки, внимательны. Мы посмотрим. За 300 большинство, так что... Ладно. За 300. Я с вами. Так, ладно, хватит галдеть. Смотрим за 300. Окей. Ой-ой-ой. Александр, 31 год. Ведущий мероприятий и тренингов. Веселый и жизнерадостный. По жизни не привык отчаиваться. Не сможет устоять перед блондинкой. Но и у остальных есть шанс. Даже у лысых. Мой характер. Я в игре. Ну, что я могу сказать? Я в игре, я на коне. Это мой возраст в первую очередь. И я думаю, я могу его чему-то обучить и научить. Ого-го. А вот я играть не буду. Разница 13 лет. Это слишком много. Да, для меня он тоже староват, так что я пас. Ну что ж, по возрасту для меня он немножко взрослый, но... Звучит заманчиво, сладкая жизнь и все такое. Так что я в игре. Ай-яй-яй.
сотка, 300 и 500. Я выбрал золотую середину, потому что, ну, как мелочевку не хочу себя оценивать, да, я не мелочь. Привет, девчонки. Привет. Привет. У меня для вас сладкий подарок. Меня зовут Александр. Это для меня, для Настены Сластены. Настены Сластены. Мне 31 год. Сколько тебе лет? А почему с возраста начинаешь? Ну, хорошо, есть 18, ты выглядишь моложе. Это комплимент. Не льсти ей. Благодарю. Хорошо, у меня есть кабриолет. Дашь покататься? За рулем? Да. А у тебя есть права? О, есть. Да, тогда да. Спасибо, попробуем. Пошли на развод, я так понимаю, да? Машина, возраст, Настена. Как тебя зовут? Оля. Оля, привет. Привет. Да, это мое любимое имя с самого детства. У меня так зовут маму, для меня это святая женщина. Знаешь, как переводится имя Оля? Ольга? Нет. С древнескандинавского переводится как святая. Поэтому я думаю, что ты тоже святая. У тебя даже какой-то здесь... Спасибо. Да, а я? А я? Настя, Настя, я про тебя помню, ты отреагировала на меня первой, поэтому эта коробка по праву достается тебе. Я воскресшая. Оле достаются комплименты. Мне не понадобится. Эль, тебе достается моя машина. На время. У меня... Нет. На время. Давай не на время. Давай. Время, на время. Полчасика. Настя, по праву эти конфеты достаются тебе, ты отреагировала первее всех. Благодарю. Благодарю. Взаимно. Какой льстец. Я тебя найду. Эль, тебе достанется моя машина. Ненадолго. На полчасика. Тогда. Она на автомате с откидным верхом. Сейчас весна, лето. Все впереди у нас с тобой тоже. Хорошо, ты меня подкупил. Я повышаю. Класс. Оль, да? Повышай. Потому что я-то тоже повышаю градус. А я иду. Там кольцо, Настя. А я иду. Внутри. Ага. А я иду ва-банк. Это мое. Знаете, я вот тут пока сижу и как бы решила отказаться, хотя парень симпатичный, и я пас. Мне совсем не нравится то, что ты хочешь всего лишь на время дать мне машину, а не подарить ее. Слова, я могу тебе подарить машину. Копию. Все, я пас. Первое слово дороже второго. Ой, сейчас, подождите. Конфет не забудь. Беги, осторожно. Давайте, валите отсюда. Мне кажется, достойный выбор. Наконец-то. Ой, благодарю. Идите уже. С глаз долой. Пока-пока. Чао. Чао. Покатаемся с Настей. Валите. Ты святая? Я воскресшая. Воскресшая Анастасия. Чао. Удачи. Пока-пока. Пока-пока. Что Анастасия меня выбрала. Во-первых, потому что у меня есть кабрик. Во-вторых, потому что я красавчик. И самое главное, что учительницу географии можно купить только коробкой конфет, что я и сделал в самом начале. Он уверенный в себе, открытый, харизматичный, энергичный. И я думаю, он сможет во мне что-то зажечь. Мне Настя очень понравилась, потому что я с детства катаюсь на сноуборде, скейте. Недавно начал кататься на серфе, поэтому и Настю я тоже укатаю. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Елизавета, 20 лет. Девушка-мультяшка и даже учится на художника-мультипликатора. Обожает рисовать и хочет встретить увлеченного парня. Почему такая маленькая девочка не в школе, а здесь? Что ты ищешь? Почему такая взрослая женщина все еще не замужем? Взрослая? Ты считаешь себя взрослой? Я говорю про тебя. А мышка-то с зубами. Ой, острые клыки мы можем подпилить. Отлично вы поболтали тут. Может, мы мальчиков будем смотреть и за сколько? Давайте. Давайте за 100. Я хочу начать с такого, с маленького. Ну, по возрасту тебе и сойдет. Ну, а вам по цене то же самое. Ну, я согласна за 100. Все, девочки, хватит ругаться и припираться. Играем за 100. Давайте. Согласна. 100. Давайте. Иван, 19 лет. Будущий инженер-конструктор. Хобби – запуск ракет. Для любимой устроит уникальное огненное шоу. Мне нравится. И возраст мой. Я играю. Ну, можно посмотреть, что там будет. Я бы тоже посмотрела, так что я бы первая. Возраст совсем не мой. Мне будет неинтересно, на самом деле, с таким человеком. Это как младший брат. Нет, я пас. А я, конечно, извиняюсь, но малыши это не по моей части. Я пас. Бабулечки. Правильно, бабушки, посидите, посмотрите. Я себя оценил 100 баллов, потому что думаю, что это скорее больше символически. Привет, девчонки. Привет. Вот
вы уже слышали то, что я инженер-строитель, и вообще я сам как бы из Беларуси, и перебрался как бы сюда, потому что вот прям вот понял, что в жизни что-то, короче, не то, и сто пудов нужна вот девчонка. Вообще, как ты мне вот понравилась, сразу я тебя увидел просто. Вот вообще вот думаю, что ты вот прям меня на путь истины наставишь. Вот она единственная вообще, кто меня привлекает на всем этом шоу сегодня. Я хочу уйти с тобой, хочу остаться и быть всю жизнь с тобой. Вау. Мощно. Хорошее предложение. Бери, я ва-банк. Бери. Yeah. Я пас. Если тебе понравилась только она, то я пас. Вы, конечно. Пойдем со мной, ты та единственная, с которой я хочу быть все время. Пошли. А вы? Лохушки. А больше сказать ничего не можешь? Я забрала себе лучшего мальчика, а ну, вы тут конечно. Лохушки. Так и будьте здесь одни сидеть. Ой, ну это уж навряд ли. Лучше одни, чем с таким. Угу. Воспит тобой. Я считаю, что, в принципе, с Аленой меня ждет дальнейшее будущее очень прям вот счастливое, невероятно счастливое. Мне Ваня просто понравился, он очень милый, и я, когда первый раз на программу приходила, хотела, чтобы меня мальчик зацепил глазами, и у него это получилось. В борьбу за парней вступает еще одна красотка. Лазиза, 18 лет. Пламенная искорка, способная вселить жизнь даже в неживую природу. Мужчины без денег ее не интересуют. Привет, где-то я тебя уже видела. Да я была уже в этой программе, выбрала одного, но что-то у нас не срослось. Почему? Ну, что случилось? Вот такие вот обстоятельства. Давайте посмотрим парней. Давай. Давайте за 500, девочки. Ну, давайте за 500. Посмотрим, рискнем. Да. Давайте. Ну, давайте. Сергей, 24 года. Стример, киберспортсмен и бэтбой. Ищет клевую девчонку с озорной улыбкой. Ну, для меня, девочки, во-первых, половина то, что описали про молодого человека, я не понимаю. Я, видимо, уже... Ну, чуть-чуть другое поколение. Я реально киберспорт, это все. Я даже мне нарисовался какой-то. Ну, не мой. Я пас. Чувак, реально. Ну, как бы стримить киберспорт, вы что, угораете? Нет, я пас. Хотя ты его поняла. А я бы посмотрела, я еще никого тут не видела. Я играю. Мне тоже интересно, что будет за 500. Наверное, хороший такой мальчик. Я бы тоже посмотрела, мне кажется, будет интересно. Довольно дорого он стоит. Да. Я оценился на 500 баллов, потому что у меня как-то на хавальнике выросла борода, мне было не хрен делать, я думаю, дай посчитаю, сколько волос. Полдня считал. 500. Ну и как бы это задолбало, это выглядело уродски, я сбрил. Но эти 500 волос, которые я считал полдня, навсегда остались в моей памяти. Ору. Здорово, змеиник! Ты кто, человек? Киберспортсмен. В каком месте? Девочки, я же вам говорила, немножко там разбираюсь. А что это такое? Где это? Я стримлю. От всякой фигни. Господи. Меня сейчас стошнит. Вот тебя бы не стошнило, если бы ты его попробовала. Фу. Но... Можно мне выйти оттуда? Пожалуйста. Фу. Ох, слава богу. Реально, больше всех тебя боялся. Да? Угу. Покажи татушки свои. Все? Все. Да. Нет, девочки, я думаю, все не стоят. Ну, может быть, в непристойных местах. О. Как от хубабубы. А можно за скрепку потянуть? Можно, подходи. Господи, это прям плохая училка, вторая часть. Научишь меня? Нет, не надо. Да бери, да не бойся, смотри, можно вот так вот подергать. Потяни, ты когда еще такое сможешь попробовать? Это просто жесть. Давай, сильнее. Сильнее. И веди за собой. Пошутил. Боже. Еще туннель в ушах, хочешь за них подергать? Вон, на 32. Вау. Это не мое. Это самая большая дырка, что у меня есть. У тебя дырка на всю голову, я пас. Пока. Пока. Эй, ребята, прекратите его смотреть, он стрёмный. И очень странный.
Не те дырки. Вот такие, в общем, дамы. Змеиник, вредный, злый, кошмар. Будут одиноки до конца жизни. До свидания, подписывайтесь, ставьте лайки. Боже мой, пока! Пока, лузер! Удачи, удачи! Эти бабы змеиник, реально заходишь, они что-то шипят, базарят между собой, все друг на друга кричат, просто твари, кошмар. Как они могут кого-то выбрать? Их-то кто выберет? Там сколько там, одной бабе 31 год, шо, у нее парня до сих пор нет. Она и не выберет никогда таким способом, и там все такие сидят. Сидят вот мелкие бабы, а вырастут будут такими же, так что это их судьба просто быть одинокими. Фу, пакость какая, это было за 500. Кстати, ты права, лучше за сотку играть, да, там что-то подостойнее. Какое самомнение? Стильно не значит дорого. Да. Ну что, да. Все выбираем тогда за сотку следующего? Да, да. Согласна. Давайте за 100. Давайте подешевле сэкономим немножко. Угу. Максим, 28 лет. Менеджер по управлению персоналом. Не пропускает ни одного матча по баскетболу, а еще пишет песни. Девушка его мечты должна быть и спортивной, и хозяйственной. Два в одном. Возраст подходит мне. Творческая личность. Управленец, как и я. Но единственное, что, не знаю, подошла бы ли я ему, потому что в два в одном не может быть. Я спортивная, я люблю спорт, но хозяйка пока еще я не очень. Два в одном но может я... быть. Ну, я играю. Интересный мальчик, давайте смотреть скорее. Я однозначно хочу его выбрать. Возраст идеальный, человек творческий, это вообще мечта, но подойду ли я ему, я дико ненавижу спорт, но я вполне хозяйственная. В общем, посмотрим, я в игре. Я под впечатлением, описание многообещающее, я играю. Я бы тоже посмотрела, мне кажется, интересный человек. После того за 500, конечно. Хуже уже не может быть. Да-да-да. Скрепка в соске. Потому что у меня всегда есть сотка в кармане, поэтому я оценил себя в 100 баллов. Ничего, ничего. Привет, девчонки. Привет. 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 Как дела, как настроение? Отлично. Тебя подойди. Увидели, хоть сердце радуется. Что-нибудь спой, пожалуйста. Я понял. Похожие, как листья осеннего тумана, мы незаметно пронесемся на глазах людей. Я без тебя не трезвый, но и с тобой пьяный. Могу тебя... Короче, запутался. Перебухал. Можно пере... Ты что, текст забыл? Да. Пас. О, одной конкуренткой меньше. Недавно написал, поэтому забыл. Ну, а из старого? Зачем из нового? А из старого? Ну, они грустные. Ну, гитару бы взял. Так легко нашли, но быстро потеряли. Строили вдвоем, мы вдвоем сломали. Чувства голодны, мы будто в пустом зале. Боялись темноты, заваленный экзамен. Пыльные листы переплелись узлами. Дороги и пути наполнилось слезами. Небо той звезды, рисунок стал печален. Краски растеклись, что ярко так сияли. В разные углы не верю, что чужими стали. Повесили замки, друг друга не узнали. Закончились бинты, что из последних сил держали. Лишь вы разослись на месте, где резали ножами сплошные тупики, но все равно все, бежали все, по правилам. Все, не, да, отличный текст, кстати, но вокал, ну, конечно... Ну, я так не сказала. Вокал? Нет, прости. Почему? Текст очень... Я уверена, что даже. У него все хорошо с этим, просто волнуется. И ходит туда-сюда, да. Туда-сюда, да, между головой. Мне не хватает немного пространства. Девочки, короче, мне надоело все вот это вот что-то мусолим, я иду ва-банк. Ты тебя сейчас не, я больше не могу ждать, мне пофигу, мне вообще пофигу. Пофигу на что, на него или? На вас мне пофигу, пусть он решает, я вот очень хочу с ним уйти. Вот и все, просто вот и все. Аргумент, аргумент. Без аргументов я забираю Олю. Олю? Идешь со мной, Оля? Я иду с тобой. Да? Оля, я тебя по-любому забираю. Отлично. Идешь со мной? Уверен? Даже если кто-то еще пойдет ва-банк? Вообще уверен. Ну, я пас, видимо. Я тоже. Я тоже. Зачем мне это? Неправильный надо? Выбор, мальчик. Девки, да. Я не стерва, желаю вам удачи. Но я забрала самый сок. Еще и творческий. Удачи, удачи, в кавычках. Мне понравилось то, что он творческая личность, а возраст меня вполне устраивал. Ну и, соответственно, когда он повернулся, внешне мне подходит. То есть мне все устраивает в нем. Я считаю, что Ольга отдала мне свои сердца, потому что, так сказать, наши взгляды пересеклись с самого начала. В первом взгляде человека можно многое прочитать, и, наверное, поэтому. Кимичагу, Тимонару, Кимичагу, Тимонару.
А в студии появляется следующая участница. Светлана, 27 лет. Любимый цвет – бирюзовый. Любимый камень – бирюза. Любимое занятие – мечтать. Мечта на сегодня – знакомство с парнем, который ради нее свернет горы. Привет, девчонки. Привет. 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 Ну как были мальчики здесь, хорошие? И хорошие, и не очень. И не очень. Дальше будет еще лучше, потому что я пришла. Хоть и не хочется с тобой согласиться в одном, но в этом все-таки надеюсь, да, на хороших парней. Посмотрим. Сейчас увидим. Посмотрим. За сколько будем играть? Давайте за 100. Ну вот да. За 100 хорошие. Да, я надеюсь, что вот эта традиция... Не будем рисковать, да? Не будем. Турас-то тебя не было, когда Вводим был мальчик за 500. Если дороже, то... Он был красавчик за 500? Ну, да, да. Может быть, тебе бы он подошел, я не знаю. По цвету, по крайней мере. Давайте, за 100. За 100, давайте. Давайте за 100. Лев, 29 лет. Менеджер мечтает о настоящей любви, которая еще ни разу с ним не случалась. Надеется, что сразу узнает ту самую. Я играю, я в игре. Лев, 29 лет. Все остальное уже вообще не важно. Я обожаю, я львица, и львы — это моя слабость. Важно то, что он ищет настоящую любовь. Я тоже в игре. Я его выберу только из-за возраста. Я в игре. Но возраст не главный. Я играю, потому что... Хочу кого-нибудь себе найти. Я играю. Я оценил себя на 100 баллов, чтобы точно пройти на выбор девушек. Здравствуйте, девчонки. Привет. Привет. Меня зовут Лёва, мне 29 лет. Я много путешествовал по стране, потому что служил в армии. Потом меня уволили. Работал в политической партии, опять много путешествовал по стране. Ушел оттуда, сейчас занимаюсь такой свободной профессией, у меня свободный график. Я освоил профессию автовизажиста, то есть это очень дорогие автомобили за очень дорогие деньги. Для богатых людей я готовлю. Я люблю готовить, умею делать массаж, потому что проходил курс массажиста. Умею танцевать, занимался много танцами. Какой стиль? Бальный. Потанцуй. Да. Скажи, мне потанцевать одному или кого-то пригласить, да? Один. Мы на тебя посмотрим. Ну, пару движений. Пару. А, ну да, да, да. Чтобы да, понятно да. было, да, что тебе это баня. Тебе жмут. Я вообще ва-банк. Я пас. А, девчонки, ну, как по мне, уж очень сомнительная персона, поэтому я пас. Не зацепил, поэтому я тоже пас. Пожилой военный, не мой возраст, не мой типаж, я пацифист, так что пока. Ну я отлично, именно мой типаж меня и выбрал. Мы подходим друг к другу, то есть я в принципе счастлив. Когда я зашел, увидел ее, мне прям хотелось, чтобы именно меня она и выбрала. Да? Хотя ты это скрывал поначалу, ты это скрывал и смотрел, да, как истинный от волнения. Военный. Ты, наверное, дал внимание каждой девушке и не показал свою симпатию. Ну честно, я со всеми галантный, я уважаю людей. Иди ко мне, детка. Поздравляю. Пока, девочки. Бай-бай. Я бы выбрал ее в любом случае. Даже если бы меня выбрали несколько девушек. Это мой типаж. Спасибо шоу «Сердца за любовь». Я наконец-то нашел свою вторую половинку. Со Львом общаться мы будем, я, по крайней мере, в этом уверена. Что из этого выльется, не могу ответить точно, но я надеюсь, что все может быть. Все может быть, как себя человек проявит, так и будет. Я открыта для отношений и готова, и все в его руках. Мне кажется, что он выбрал ее, потому что только она и осталась. Ну, типа, бери, что дают. Ну да, неплохо так выкрутился. Ну, потому что он интерес видел только в ее глазах. По нашим лицам можно было сразу догадаться, что это абсолютно не наша. Советом да любовь. Единственное, что грустно, что нам тоже нужно уходить, и парни закончились. Ничего, в следующий раз, я думаю, нам повезет. Да.